Здравствуйте. 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 Да, у нас 9-я лекция сегодня. Монотон и экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия экстремума. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба. Асимптоты графика функции. Теперь по порядку. Исследование функции методом дифференциального исчисления. Точки локального экстремума. Определение. Точка Х0 называется точки. Здравствуйте. Здравствуйте. Точки X0 называются точки экстремума. Или точки локального максимума. Минимума функции fx. Если для любого x не равно x нулевому, в некоторой окрестности точки x0 выполняется неравенство. То есть x0 больше fx. Это показывает максимум. В скобке x0 меньше от fx. Это показывает в точке x0 функция имеет минимума. Далее. Необходимые условия экстремума. Теорема. Если дифференцируемая функция y равно fx имеет экстремум в точке x0, то ее производной в этой точке равно нулю. Далее. Достаточные условия экстремума. Если непрерывная функция y равно fx дифференцируемо в некоторой сигма окрестности критической точки x0 и при переходе через нее слева направо производный, то есть производный f'x меняет знак с плюса на минус, то x0 есть точка максимума. Если с минуса на плюс, то точка x0 есть минимум функции. Таким образом, мы определяем максимум и минимум функции в данной точке.
Правило нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке АБ. Первый. Найти критические точки интервала АВ в условии f' x 0. Fx 0. Сейчас. Второе. Вычислить значение функции в найденных критических точках. Третье. Вычислить значение функции на концах отрезка. То есть в точке xA и xB. И четвертый. Среди всех вычисленных значений выбрать наибольшие, наименьшие. Таким образом, мы определяем наибольшие, наименьшие значения функции в заданном интервале АБ. Далее. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба функции. Если функция y равно f(x) во всех точках интервала AB имеет вторую производную, то есть f(2'x) меньше 0, то график функции в этом интервале выпукло вверх. Вот рисунок первый. Вот заданный интервал АВ. И на этом интервале график выпукло вверх. Или просто выпукло. То есть на этом участке второй производный заданной функции отрицательный. Это означает выпуклость. Или выпуклый вверх называется некоторым учеником. Дальше. Если же во всех точках интервала АБ второй производной функции f'x положительный, то график функции выпукло низ. Рисунок 2. Вот. На этом участке выпукло низ. Или вогнутый называют некоторым учением. Тут выпукло первый рисунок, а здесь вогнутый низ. Если второй производный положительный. Далее, если второй производной функции равно нулю, то точка x равно x0 называется точкой перегиба функции, то есть точкой перегиба функции. Вот x0 в одной точке. Функция меняет
положение от одной на другую. То есть здесь выпукло, переходя эти точки, меняет на вогнутость. Или наоборот, здесь вогнуто, переходя эти точки, меняет на выпуклость. Такие точки называются точки перегиба в математике. Вот три вида графика функций. Это мы для исследования используем эти три вида. Чтобы построить правильный график. Так, а здесь мы определили три понятия. Выпукло или выпукло вверх, вогнуто или выпукло вниз и точки перегиба. В разных учебниках пишут по-разному. Пишет выпукло, вогнутое. Ну, точки перегиба не меняются. Но здесь некоторые учебники пишут, вот как здесь написано, выпукло вверх и выпукло вниз. Далее. Еще один момент исследования графика функции. Это асимптоты графика функции. Асимптот называется прямая, которая ограничивает график. Но это асимптоты прямые. Но график заданной функции с асимптотами не пересекается. Поэтому мы называем ограничивает график. Ограничивает не в том смысле, здесь график заканчивается. Нет. Это направление графика ограничивает. А график может быть бесконечным. Рассмотрим несколько видов асимптоты. Асимптоты графика функции. Бывает точно. А. Первый. Если лим x стремится к бесконечности, fx равно 2, то прямая y равно 2 горизонтальная асимптота. Горизонтальная асимптота. То есть по игроку проходит в точке В и параллельно к оси Х. И ограничивает график. Следующий вид асимптоты Б. Если лим Х стремится к точке А, Fx равно плюс бесконечность или минус бесконечность, то прямая x равно а, вертикальная асимптота. Ну, мы до этого проходили разрывы функции двух видов. Через скачок это разрыв первого рода. И когда бесконечность уходит слева, справа, это разрыв второго рода. Вот это разрыв называется вертикальный симптом, то есть который прямая по x проходит. Таким образом, x равно а, это вертикальный симптом. И следующий вид асимптоты в прямая y равно kx плюс 2. Наклонная асимптота. По виду это просто уравнение прямой, к
которые из школы проходили. Ну, здесь К определяется по формуле, то есть угловой коэффициент. Лим, X стремишься к бесконечности, FX делено на X. И В определяется лим, X стремишься к бесконечности, квадратной скобки, FX минус KX. Определяя эти значения K, В, можем поставить уравнение Y равно KX плюс В и построить наклонную асимптоту. Это и есть прямая. Таким образом, для графика функции существует три вида асимптот. Первый — горизонтальная асимптота. Второй — вертикальная асимптота. Третий — наклонная асимптота. Три вида. Далее. Общая схема исследования функции и построения графика. Исследование функции y равно fx целесообразно ввести в определенную последовательность для этого. Первый — найти область определения функции. Это математика означает df. Если это функция, то это область определения. Второе — найти, если это возможно, точки пересечения графика с осями координат, то есть ОХ и ОУ. Третий — найти интервалы знака постоянства функции, то есть промежутки, которые fx положительный, то есть больше 0, или fx отрицательный. Ну, в первом случае это называется интервал, в который функция монотонно возрастает. А в втором случае fx меньше 0, это означает, функция на этом интервале монотонно убывает. Тут сколько неправильно ставить. Поставили на место. Вот теперь правильно. Четвертый. Выяснить, является ли функция четной, нечетный или общего вида. Первый — А. Если f минус x равно на f x, то функция четная. Четная. Б. Если f минус x равно минус fx, то функция нечетная. С. Третий.
Если f минус x не равно fx, и также f минус x не равно минус fx, то функция называется общего вида. Обоим не относятся. Для четной функции графики это парабола y равно x квадрат. И косинус функция также четная функция. А для нечетной функции это y равно x куб, x пятой степени и так далее. Это нечетные. Также функция синус x нечетная. Это я примеры приводил школьного курса математики. Далее, пятый пункт. Найти асимптоты графика функции. Вот если надо исследовать все асимптоты. У нас три асимптоты вида. Горизонтальные, вертикальные, наклонные. Некоторые задачи используются, то есть можно найти все три асимптоты. А некоторые задачи около 10. Горизонтальную, вертикальную или наклонные асимптоты. Найти интервалы монотонности функции. То есть f'x больше 0, это означает функция монотонна на этом интервале возрастает. f'x меньше 0, это означает монотон убывает функция. Следующий, седьмой пункт. Найти экстремумы функции. То есть f'x0 равно 0. То есть найдем производные. Приравниваем к 0. Ищем точки x0. Может быть одна точка, может быть несколько точек. Экстремума. Далее. Найти восьмой. Найти интервалы выпуклости, вогнутости здесь пропущены, и точки перегрева. Точки перегрева графика функции. То есть f ваш трик x больше 0. Это вогнутость графика функции. F ваш штрих x меньше 0. Выпуклость графика функции. F ваш штриха x равно 0. Это точки перегрева. Точки перегрева. Далее, девятый пункт, это последний пункт. На основании приведенного исследования построить, тут один лишний, построить график функции. Нет. Построить график функции. Ну, это исследование наглядно можно
когда работаем на практике, построить лучше в школе, как исследовали. Построить таблицу. И по таблице определить, где что. Где максимум, где минимум, где точка перегиба, где разрывы функции. Если производные не существует, это есть разрывы функции. А если производные нулю равно, это есть экстремума функции. Ну и экстремумы бывают разные. Там может быть вогнутость графика, тоже может быть и выпуклость графика, и точки перегиба тоже может быть экстремумы. Вот таким образом я исследую и построю график функции. Ну, здесь мы что рассмотрели? Локальные экстремумы. Это приблизительные экстремумы, локальные, неточные. Но это условие обязательно выполняется. Fx0 больше fx, это означает функция точки x0 от всех значений стоит выше. Поэтому максимум. А где скобка fx0 меньше fx, здесь, в данном интервале, значение функции точки x0 от всех значений меньше, поэтому минимум. Ну, точный вариант нахождения такой точки x0, это от главной функции берем производную и приравниваем к нулю. Когда берем производную, возможно, одна точка не определена, возможно, несколько точек определена. С каждой точки надо исследовать отдельно. Далее, достаточные условия экстремума, чтобы определить минимум и максимум. Берем окрестность вокруг этой точки, исследуем. Когда график функции проходит x0, если с минуса меняется знак на плюс, то минимум. А если с плюса на минус, то эта точка максимум. Ну, вскоре проходит. Далее правило нахождения наибольшего и наименьшего значения функции в заданном интервале АБА. Ну, здесь как раз минимум-максимум не играет роль. Поэтому надо сначала обязательно определить критические точки минимума-максимума. Второе. Вычислить значение функции критических точек. То есть это означает, мы находим значение функции минимума, максимума. Далее, третьих, на концах отрезка тоже надо найти значение функции. И последнее, среди всех значений надо выбрать наибольшие и наименьшие. Здесь тоже можно построить график, график по определению. Далее определение вот, выпуклость, вогнутость и точки перегиба. Функция должна быть в интервале непрерывная функция и должен иметь второй производный на этом интервале заданный. Если второй производный отрицательный, то график функции его выпуклый или выпуклый вверх.
если на этом интервале график функции, то есть второй производный положительный, то график функции вогнута. Или выпуклый низ. А если в данном интервале второй производный у точки x0 имеет нулевое значение, то точка x0 называется точкой перегиба функции. Вот таким образом я определяю поведение графика в данном интервале. Для построения еще один момент важный — определение асимптоты графика функции. Их всего три. Горизонтальная асимптота, вертикальная асимптота и наклонная асимптота. Вот полный схемат исследования графика функции для построения. Все эти этапы должны строго сохраняться. Тогда ваш график будет построен правильно. Ну, я кто вошел, все отметил. Тут Сатырбай Адирхан. Новенький, что ли? Нет. С другой группы, да? Айдархан с нашей группы. Это какая группа? Первая, вторая? Вторая. А, вот, нашел. Все. Отметь. Сатырбай. Да, у меня Сатырбай написано, вот поэтому. О, потом все неправильно. Сатырбай. Хорошо, определили. Так, вопрос есть ко мне? Нету. Тогда вот рассмотрим пример. Оставшееся время, пока время есть у нас. Вот первый пример, это приближенные вычисления, мы уже проходили. Второй пример. Исследовать на экстрем функции. Y равно сколько x минус 1 четвертой степени. Решение. Функция определена при x от минус бесконечности до плюс бесконечности. Это у вас определение. Найдем производную, первую производную, это будет равно 4x минус 1 в третьей степени. Приравниваем к нулю, отсюда мы получим x равно 1. Это называется стационарная точка, то есть точка экстрема. Дальше берем вторую производную. Также приравниваем к нулю, второй производный, это будет 12x минус 1 во второй степени. И при x 1 также будет равно нулю. Берем третью производную. Выходит 24, сколько x минус 1. И в точке 1 опять нулю равно производному. Берем четвертую производную. Четвертый производный. Выходит 24. Но при x равно 1 также будет 24. Положительное число. Следовательно, в
по правилу заключения, что точка x1 функция имеет минимума. То есть y1 минимум равно нулю. Это значение функции. Таким образом тоже можно определить минимум, максимум функции. Если четные степени производные положительные, то это означает минимум. А если четный степень функции отрицательный, это означает максимум. Число должно быть. Тогда останавливается. А если ноль, тогда это не решает. Это может быть точка перегиба. Следующее исследование очень долгое исследование. Здесь все этапы, которые я показывал на лекции, выполняются. Это, наверное, на практике. Вот на практику на эту тему будем работать. Вот задачи. Не отстали на 1 час от программы. Попробуем догонять эту программу. Отставать тоже нельзя. Это насчет навыков и отставки. Прошлый понедельник у нас не будет. А так у нас отставляет. Так, вопросы ко мне. Еще раз. По примеру, по лекции. Так, нет. Кто вошел, всех отметил. Последняя минута идет у нас. А лекцию сейчас скину в общий чат. Можете подробно посмотреть.